Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Посмотрев это видео, вы узнаете все о машинке Defender Diamond. Также мы сравним ее с предыдущей моделью этой компании Defender Onyx. Компания Defender мне недавно прислали на разбор машинку Defender Diamond, чему я очень рада. И я вот только-только на самом деле получила посылку, поэтому я ей буду сегодня работать впервые. И вы увидите мои настоящие живые впечатления от этой машинки. А также хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы меня смотрите, подписывайтесь на канал и делитесь моими видео со своими знакомыми. Это очень мотивирует меня делиться знаниями с вами, снимать новые ролики, рассказывать о своей жизни. Ну и, по-моему, хватит лирики, перейдем к разбору наших машинок. Итак, что мы имеем? Defender Diamond, как мы видим, чуть побольше, корпус у него более вытянутый, в отличие от Defender Onyx. Defender Onyx прям такой очень миниатюрный, хотя по диаметру они одинаковые и комфортные для работы. То есть очень удобно ими рисовать какие-то контурные работы, линии, волоски. Я работала до этого на Defender Onyx, мне машинка очень понравилась. Несмотря на то, что ценовой сегмент ее максимально доступный, она стоит порядка 17-18 тысяч рублей. Она очень мощная, ей можно прорисовать какие-то сложные работы, детали, волосковую технику. Она прекрасно с этим справляется. Но, как заявляет компания, машинка Defender Diamond более доработанная модель. Здесь уже устранены такие моменты, как чрезмерная вибрация, шум. То есть она очень точная и тихая. Поэтому на этой машинке, я так думаю, будет еще удобнее прорисовывать какие-то тонкие детали и именно волосковую технику. Но, конечно, мы сегодня узнаем это на деле, поработав на латексе. А сейчас разберемся в характеристиках, которые написаны в сертификатах на машинке. Значит, что мы имеем? Обе машинки короткоходы, но у Defender Diamond чуть побольше ход иглы. Если в Defender Onyx ход иглы 2,38 мм, то у Defender Diamond 2,5 мм. Конечно, разница незначительная, посмотрим, как это будет сказываться на работе. Но, конечно, чем больше вылет иглы, тем поудобнее работать и делать какие-то тонкие моменты и контуры. Также еще главное отличие в моторах этих машинок. Если в Defender Onyx стоит мотор V10 Max, то уже в машинке нового поколения Defender Diamond стоит мотор Full Haber. Это немецкая компания, очень известная, и они производят очень качественные и мощные моторы. Поэтому, я думаю, это тоже будет сказываться на дальнейшей работе. Еще одно небольшое отличие – это вес машинки. Defender Diamond чуть-чуть потяжелее весит, где-то на грамм 10-15, вот судя по весу, но на самом-то деле незначительно, я думаю, это будет совершенно. Это дело привычки, конечно же. Ну что, приступаем к делу. Сейчас будем проверять все на латексе. Конечно же, у меня картридж Defender, тоже от этой компании. Я обожаю эти картриджи, они очень крутые, волосковые техники. В последнее время я как раз работаю картриджами Defender, и все основные процедуры выполняю как раз этими картриджами. Мне они очень нравятся и в тонких контурных работах, и в растушевках. Просто использую разные конфигурации для этого. Для тонких контурных работ я беру острую заточку, а для пиксельной растушевки, чтобы были более четкие пиксели, я беру среднюю или короткую заточку. Так, я заряжаю машинку. Давайте, наверное, начнем с Defender Diamond. Мне уже не терпится попробовать ее. Кстати, как вы видите, визуально они вообще практически не отличаются, только длина. Вот тут держак чуть побольше. Еще одно очень крутое преимущество у этих машинок, то, что можно стерилизовать держаки. То есть вот таким образом вы можете простерилизовать его в сухожаре, просто открутив. Но если вы пользуетесь барьерной защитой, это не потребуется, конечно. Так, заряжаю машинку. Здесь, кстати, у меня стандартный разъем RCA. Это очень удобно, потому что, как мы знаем, у всех машинок больное место как раз вот эти проводочки, которые постоянно перекручиваются во время работы. И, может отойти какой-то проводок и будет заедать в процессе работы. И тут очень просто. Купил любой RCA провод и спокойно работаете. Забыла самое главное. Цена вопроса. Defender Diamond чуть подороже, в отличие от Onyx. И Defender Diamond
Diamond стоит порядка 28 тысяч рублей, но на самом-то деле это очень доступная цена по сравнению с другими популярными машинками. Комфортный вылет для работы на этой машинке где-то 1,7-1,8 мм. Кстати, вольтаж на блоке всегда на короткоходе я ставлю 5,6 вольт. Блок у меня Critical, мой любименький, розовенький. Не знаю, надо это вставлять или нет. Я люблю розовый. Что поделать? Так. Сейчас мы попробуем с вами сделать контуры и сделаем растушевку. Посмотрим, как она справляется с тем и с другим. Итак, контур волосковый метод, либо контур губ, либо стрелочки таким образом прокрашиваются. Я примахиваюсь. И вот такой походкой Майкла Джексона. Штрих называется «Туда-обратно». Я прочерчиваю линию. Очень классно, мне нравится. Машинка действительно очень мощная и точная. То есть, как мы видим, линия получается прям тонкая и четкая. Да, посмотрите, какой остаток и насколько линия наполненная получается пигментом. И также пигмент равномерно распределен по линии, поэтому это очень хороший показатель. Так, пудровая техника. Для пудровой техники на контурных короткоходных машинках можно поставить еще чуть поменьше вольтаж, чтобы она больше пудрила. Также еще один лайфхак. Чтобы на короткоходе сделать пудру-пудру красивую, прям пушистую, можно еще короткий вылет поставить. То есть я сделаю чуть поменьше вылет, где-то 1 миллиметрик. И тогда будет пудра более пудровая. А вольтаж я поставлю... Можно вот 4 и 5 попробовать. Итак, техника маятник. Как мы видим, пиксели получаются отчетливые, точные. И чувствуется прям, что мощная машинка. По мне, так помощнее она Defender Onyx. Надо будет ее, конечно, попробовать еще в деле, как она справляется с толстой кожей, как прорисовывает волоски. Но я так думаю, она меня не разочарует. Кстати, если хотите увидеть работы на этой машинке, как получается, можете подписаться на мой инстаграм, потому что последнее время я точно буду работать на этой машинке. Мне прям интересно, как она будет вести себя в коже. Так, ну что, машинка мне нравится. Я абсолютно искренне и всегда честна с вами, делюсь всей информацией, как есть, как я вижу, и машинка действительно достойна. Так, но мы видим, как машинка справилась с контурной работой и как справилась с пудрой. Сейчас мы сразу же сравним машинку Onyx. Видите, тоже RSA одним проводом пользуюсь, подходит и туда, очень удобно в этом плане. Так, и Onyx уже поменьше. Итак, Defender Onyx. Сейчас посмотрим, как он справляется с контурной линией. Конечно, мы уже делали на него обзор сравнения, но сейчас сравним именно с Diamond. Как мы видим, Onyx тоже хорошо справляется с линией, но по своим ощущениям, работая машинкой Defender Diamond, линия получается более такой четкой, стабильной. Сейчас мы сотрем, посмотрим, как она отпечаталась на латексе. Вот, ну, видно то, что немножечко такая не совсем плотная линия, в отличие от Diamond, но достаточно насыщенная, и этой машинкой тоже прекрасно делать волоски, я и работала, и мне она очень нравится в работе. Но я так чувствую, Defender Diamond мне понравится еще больше. Да, и у Onyx чуть-чуть поменьше вылет. Я поставила где-то 1,6. Незначительно, но все-таки мне вот больше нравится, когда иголочка чуть подлиннее выходит из колпачка. Так, и сейчас попробуем пудровую сделать растушевку. Я поставлю опять вольтаж на 4,5. Поменьше вылет еще сделаю до миллиметра. Посмотрим, как он на пудре себя везет.
Ну вот, кстати, при пудровом напылении разница практически не ощущается. Только единственное Defender Diamond, такое ощущение, как будто чуть помощнее пробивает иглу, и я так подозреваю, на какой-то плотной, сложной, пористой коже она будет лучше себя вести, потому что там моторчик, судя по всему, посильнее, помощнее. А так тоже Onyx прекрасно пудрит, очень хорошо распределяет пиксели, пиксель четкий получается, несмотря на то, что даже это острая заточка. Если бы мы взяли среднюю или короткую заточку, пиксели были бы еще более такие отчетливые и крупные. Если вы выбираете между этими машинками, у вас нет ограничений в бюджете, но я бы, наверное, отдала предпочтение Defender Diamond, потому что чувствуется, что она помощнее. Что выбирать, конечно, решать вам. Основные отличия этих моделей мы сегодня разобрали. Как будет уже проявлять себя машинка в работе, вы увидите в следующих моих роликах. Обязательно буду выполнять этой машинкой разные процедуры, которые вы сможете также посмотреть результаты и как я вообще справляюсь, работая этой машинкой. Конечно же, поделюсь с вами своим мнением. Спасибо большое за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне комментарии и делитесь ими со своими друзьями. Я это очень ценю. А мы увидимся с вами в следующих роликах. До скорых встреч. Пока-пока.